Надеть сценические костюмы, нанести грим, поправить прическу. Первые компоненты создания театрального образа. Перед выходом на сцену у актеров, безусловно, присутствует легкое волнение. Справиться с ним помогают напутствующие слова руководителя театра. И вот аплодисменты. Занавес открывается, представление начинается. Последний из ушедших – главный герой столетний Зауркан Зулак, последний из убыхов, отличающийся цепкой памятью, рассказывает о предпосылках вынужденного переселения убыхов и историю сломанного народа, которая ждала их на чужбине. История повествуется ученому-лингвисту Фераху Квазбе, приехавшему к старейшине для ведения дневника о событиях тех давних лет. Абри усача, урвуда псахусым. Езманзер, урвуда уй безхездыво, ваха уй дыхац. Талантливая игра актера в оформлении сцены и выбор костюма – все это позволило по-настоящему погрузиться в те времена, в которых и происходили события. Речи мне, сэр, шахт мрхазапа от снежики, а устерите. Уж воровай, узадзазы уплажно, рухда. Это первый режиссерский опыт актера, постановщика спектакля Алиаса Авицба. Основой постановки стала любовь к произведению. Идею вынашивал давно, еще с раннего детства, признается режиссер. Когда уже, так скажем, морально созрел для этого, спустя вот многие-многие годы, я принялся за сценарий. Конечно, всего, что в романе вынесено сцена, очень сложно. Но я руководствовался в первую очередь тем, чтобы зритель, который даже не читал роман, посмотрев спектакль, понял, что в этом романе, что пытался передать автор. Максимально придерживался генеральной линии автора, то есть в спектакле есть и повествование, как история развивалась. Вот. Ну и, как бы, если так можно сказать, режиссерская идея. Режиссерская идея – это она моя, то, как я это вижу. Работа над сценарием заняла около 8 месяцев. На протяжении 5 шли репетиции постановки, а само представление в 2 действиях продолжалось более 4 часов. Настолько оживили своих героев, что зрители, полностью погрузившись в происходящую на сцене драму, были тронуты до слез, пережив вместе с актерами нищету, боль потери и радость долгожданной встречи. Игра актеров была очень прекрасна, великолепна. Мы прочувствовали все до единой мелочи, будто сами мы находились на этой сцене и были частью этой истории. Все прошло на высшем уровне. Просто у меня нет слов. Я до сих пор под впечатлением вышла, вся в слезах. Актер Анквап, конечно, он смог передать образ Зауркана Зулака. Конечно, это трагедия, это большая трагедия для народа. Прежде всего, я хочу поздравить театр с таким приобретением, с таким новым спектаклем. На самом деле, в эти дни, когда мы отмечаем День памяти Махаджиров, появление такого спектакля по роману нашего знаменитого писателя, народного поэта, это очень значимо для молодежного театра. Я думаю, что это останется в истории их театра. Роль главного героя Зауркана Зулака исполнил актер театра Аслан Анквап. Несмотря на опыт, артист отмечает, что образ столетнего старика для него оказался одним из самых сложных. Очередная была одна из сложных моих ролей, потому что
показать состояние столетнего старика, который действительно вот, все видели судьбу его, что он пережил. Это все донести до зрителей и при этом удерживать это состояние до конца, конечно, это сложно. Я думаю, что зритель принял, но постарался я, насколько мог выложиться. Нелегкая роль, нелегкая. Все 4 часа представления прошли для зрителя как один миг. Завершился спектакль бурными овациями и громкими аплодисментами. Линда Тужба, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.